Всем привет! У нас новый заказ, новое мотоколесо на 19 дюймов. У него обод от мотоцикла Урал, он же Днепр, покрышка тоже Днепровская, Уралская. Мотор на 3 киловатта, это получается у нас трушный кромотор, вот, старый добрый. Да, 50 миллиметров ротор-статор. А моща в нем, конечно, паровозная будет, и тяга такая же. И, внимание, по спецовке. Вы скажете, а где же у вас тут спецовка «Один крест»? Как это положено делать на этих ободах? Потому что не в отверстия, они, как на любом ободе, они профилированы. Но это решение было антикризисное, потому что сейчас проблемы с поставками с «Алиэкспресс». Человеку надо быстрее его сделать было, и мы решили взять спицы от Урала. Вот они стоят, 124 миллиметра они. То есть они толще даже, по-моему, 4 миллиметров, да? 4,5 по толщине, длина у них 124 миллиметра, вот. А тут нужны 128-е, 130-е спицы, которых не было. И было принято решение спецевать его вот как бы таким вот скошенным солнышком, так называемым. То есть у вас, получается, есть и торсионочка, и вот в этих местах у нас ниппеля сели очень плотно, ничего не выламывает, ничего не вырывает. Были сняты фаски здесь вот, чтобы им... То есть, заметьте, у него это в один крест, но через радиалку. Это как бы, я бы сказал, наверное, даже спецовка полкреста, как бы сказать, 4,5 миллиметра. Это вам... Все. Бомба, огонь. Так что имейте в виду, на спецовку под 19-й мотообода можно использовать спицы от Урала. Они стоят 2000 рублей за комплект. Они имеются в наличии. Да, ребят, чтобы у вас создалось впечатление, не создалось впечатление, что это как бы неправильно, это правильная, нормальная спецовка. То есть уже проверенная временем. То есть еще она называется... солнышком. Ну, такое, как бы, и не солнышко, вроде бы, и не крест. То есть, как бы, они вот как бы перекрещиваются, вот тут видно, да, вот, как бы, вот по этому планцу и по этому планцу. Как бы они так виртуально перекрещиваются. Да, вот такая, вот такая вот спецовочка, ребят. Да. Можно сделать нашими спицами ураловскими. Либо заказывайте спицы 128-130 миллиметров и уже... Можно его сделать как бы по обычной схеме в один крест настоящий. Но это да, ждать, но это завернуть крест у вас, как на велосипеде, там не получится. Так делать не надо. То есть вы просто сломаете спицу, вы ее вывернете. Скорее пальцы. Ну и пальцы тоже. Ломаются. Да. Вот. Такое то есть дело, там, где надо делать, как делать на мотоцикл, то есть крест идет тоже как-то виртуально. Ну, да, она, как, вот, он, как бы не соприкасается. Не вот так, а вот так вот, грубо говоря. То есть там спица не перекрещивается, как на вело, вот, велосипедных. Без касания получается. Да, без касания. Вот. И тут у нас тоже получилось без касания. То есть спецовочка вот такая. От слова совсем вообще без касания. Да. Так что берите на вооружение. Вдруг, если вдруг вам вот прямо надо, то можно сделать вот так. Да. Либо обращайтесь к нам. И сделает это Михаил. Всем пока.